Привет, друзья! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Поговорим сегодня о воспитании, о том, как оно влияет на нас в течение жизни. На самом деле воспитание – это хорошая вещь, если она делается осознанно. То есть, когда мы помогаем передать какие-то навыки жизни своему ребенку. То есть, мы показываем больше общим примером. Вот если вы наблюдали за животными, да, то есть, они определенным образом передают эти навыки, а потом отпускают ребенка от себя, чтобы он мог эти навыки применить в жизни, когда они вот чувствуют, что все, пора отделиться, они это делают. Также очень важно и человеку, то есть передать своим примером те навыки, которые потом во взрослой жизни ребенок сможет применить. Это прежде всего навыки взаимодействия с обществом, чтобы ребенок мог, конечно же, делать то, что он хочет, то есть увеличивать свое восприятие, свою осознанность, то есть проявлять себя во внешнем мире, реализовывать свой потенциал, то есть не просто делать то, что там хотят от него родители или там, например, воспитатели, а реализовывать, раскрываться. Вот. И поэтому воспитание, конечно же, не должно быть навязанным, то есть не нужно навязывать ребенку те принципы, которые вы считаете правильными. Важно дать ему возможность пробудить свой потенциал, а своим примером показать, что он может раскрываться, что он может быть честным, счастливым, радостным, что у него есть эта возможность. И когда вы показываете это своим примером, то происходит как раз это пробуждение. То есть вы можете показать, что ваша жизнь, ваша именно жизнь, она честная, гармоничная, да, то есть, а если это не так, то очень важно уладить свою жизнь, потому что чем в лучшем состоянии находится сам человек, тем будет лучшее состояние у его детей. Поэтому воспитание, опять же, когда мы говорим о нем, оно может негативно повлиять на ребенка, когда оно подавляющее, когда его ущемляют в правах, нарушают границы, заставляют делать то, что он не хочет. Потом это влияет как? Он не может проявить себя, не может открыться, не может довериться, не может проявить свою жизненную силу, то есть она блокируется. И вот таких вещей накапливается очень большое количество, потому что происходит и эмоциональная навязчивость, унижение, и подавление физическое. И вот тогда человек, получается, уменьшает свои восприятия, он как бы съеживается, закрывается, и ему не хочется проявлять себя. Вот чтобы этого не происходило, очень важно, чтобы воспитание было вот таким осознанным, которое помогает раскрыть духовный жизненный потенциал ребенка и помогает ему научиться тем навыкам, которые помогут его в жизни. И прежде всего, собственным примером. То есть, если вы хотите, чтобы ребенок что-то делал или не делал, покажите это на собственном примере. То есть, если вы не хотите, чтобы он пил, курил или там, не знаю, ругался матом или там еще что-то не делал, да, просто не делайте этого. Вот, это прежде всего. Второй момент – это помогать ему раскрываться. То есть, когда он говорит о чем-то, что он хочет чего-то, что-то сделать, то есть не нужно говорить ему, что это там не пойдет, да, что это там все туфта, что это какая-то чушь, это неправильно. Нет, дайте ему возможность попробовать. Может быть, он попробует и сам поймет, что это не нужно для него. Но в то же время, когда он пробует, он ощущает, что это как бы проявляется в нем. То есть он пробует. Потом в какой-то момент может захотеть прекратить, например, или наоборот продолжить. Самое главное – это давать ему возможность пробуждаться. Попробуйте эту практику. Вы наверняка тоже получили огромное количество, подавления в вашем воспитании от родителей, воспитателей, учителей и так далее. И оно, конечно, проявляется в вас. Когда наступают схожие обстоятельства, бывает, ребенок не слушается, да, хочется там, его наказать, как-то сказать какие-то грубые слова, ударить. Вот. И когда вы осознаны, то вы чувствуете, что это, да, возможно, включается в вас, но вы не делаете это. И вот ощущайте эти вещи, как вы взаимодействуете, как вы воспитываете своих детей, как воспитание повлияло на вас. Если вы чувствуете вот такие включения, когда вам неосознанно хочется сделать то, что делали с вами ваши родители, даже вы не можете это как бы переосознать, то вот здесь очень важный момент для процессинга, для того, чтобы вернуться в эти случаи и убрать этот негативный заряд, убрать эту боль, убрать эту бессознательность, чтобы не было вот этого механизма стимул-реакции. То есть не то, чтобы вам нужно себя сдерживать или подавлять, а вы просто убираете это, и это больше не действует на вас.
То есть это становится осознанным. А то, что осознанно, вы можете это контролировать. То есть вы можете проявлять себя так, как вы считаете правильным. И это уже идет из глубины вас, из самого, можно сказать, сердца. Да? То есть вы проявляете себя так, как вы действительно чувствуете, как вы считаете правильным. И тогда это проявление идет во благо и для вас, и для всех окружающих. Поэтому сделайте эту практику осознанности. Почувствуйте, что давлеет над вами. И очистите это с помощью процессинга. Техники, которые используются в процессинге, вы можете посмотреть в моих видео на моем канале. Они появятся совсем скоро, как конечные заставки. И там показано именно, как работает процессинг и каким образом он помогает очищать заряд. Вы можете это делать самостоятельно, но лучше, конечно же, это делать вдвоем с напарником, потому что это гораздо эффективнее. Вот. Если что-то даже не получается, у вас появились какие-то вопросы, то вы смело пишите мне в личные сообщения или в комментариях. Все мои контакты указаны под этим видео. Я провожу бесплатные консультации, где мы можем пообщаться, выяснить, какая ваша ситуация, вы ее расскажете, а я расскажу, как можно это исправить и урегулировать, чтобы ваше состояние вновь было осознанным, и вы могли действовать так, как вы считаете правильным и во благо для всех. На этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. Я вам желаю счастья. Если видео было вам полезным, то, конечно же, поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, будем общаться. И колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. Вот. И если вы захотите помочь каналу, то все мои контакты и реквизиты для помощи указаны ниже в описании. Вот. Поэтому вам всего наилучшего и смотрите мои видео о процессинге, они сейчас на экране. Всего доброго, друзья!